привет! С вами Ольга Сергеева и Кинотрафик. Сегодня я расскажу вам об интересных фильмах и сериалах. На этой неделе в прокат выходит долгожданный польский фильм о жизни и загадочной смерти великого художника Ван Гог с любовью, Винсент. Винсент Ван Гог покончил с собой? Это первый в мире полностью нарисованный масляными красками на холсте анимационный полнометражный фильм. И весь город против больного человека. Винсент? Команда из 85 художников создавала его в технике самого Ван Гога. Великие художники – это метущиеся души. Дебютная картина Алисы Хазановой «Осколки» также появится на этой неделе. Картина была снята в Нью-Йорке на английском языке, а вдохновением послужило творчество классика французского кино Алена Рене. В смоленском прокате фильм не наблюдается, но в киноклубе «Трафик» мы поговорим о нем в ближайшем будущем. Несомненно, блокбастером недели мы назовем марвеловского Тора Рагнарёка. Я лишился молота вчера буквально, это из свежих новостей. Режиссером картины стал Тайка Вайтити, а значит, ждем от нее хороший юмор и веселье. И мы с тобой подрались недавно. Я победил? Не, я легко тебя одолел. Быть того не может. Ну, я ж врать не стану. Доказательством того, что фильм уже понравился зрителям, стала касса первого уикенда в США. Так что я собираю войско. Как в старые времена. Сюрприз! Это будет весело. И кто же такой этот человек со странным именем Тайка Вайтити? Это новозеландский режиссер, который 3 года назад снял хоррор-комедию «Реальные упыри». Это уморительная история жизни 3 соседей бессмертных вампиров. 3 вампира в одной квартире – это, конечно, довольно напряженная ситуация. Я вампир! 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 Да он отмороженный. Они всего лишь пытаются выжить в современном мире, где есть арендная плата, фейс-контроль в ночных клубах и другие неприятности жизни. Я должен за хату платить, а я не буду. Перейдем к рубрике «Сериал недели». Сегодня я расскажу о уже ставшем популярном британском проекте «Чужестранка». Я будто провалилась во времени. В основе серия романов Дианы Гэблдон. В центре сюжета медсестра действующей армии. По окончании Второй мировой войны она возвращается домой к мужу, но по загадочным обстоятельствам попадает в 1743 год, когда назревает гражданская война, и встречает раненого шотландца. Если я хочу выжить, мне нужно приспособиться как можно быстрее. Это, пожалуй, лучший современный проект авантюрного сериала в стиле романов Вальтера Скотта и Александра Дюма. Создатели не побоялись натурализма. От этого история только выиграла. Здесь есть все. Потрясающие шотландские пейзажи и музыка. По-настоящему захватывающий сюжет. Харизматичные персонажи. И так давно позабытая химия между актерами, исполняющими главные роли. Надеемся, вам понравился наш выпуск. С вами были Ольга Сергеева, Киноклуб.